Всем привет! С вами Лашка, и многим не нравится, когда я снимаю обзоры и в этом же обзоре показываю секреты. Они хотят просто посмотреть секреты. Поэтому специально для вас я снимаю это видео. В этом видео я вам покажу все секреты в новой локации ресторанчик Кёрнелс. Так, заходим. Начинаем с первого этажа. Здесь вот у нас в вентиляции есть вот такие вот прикольные очки. И вот такой вот сундук. В нем отвертка. Еще здесь есть гаечный ключ и вот такой вот телефончик. Так, и в холодильнике вот здесь вот за мороженками прячется вот такой вот пингвинчик-повар. Идем дальше. Так, в мусорке у нас есть вот такой вот питомчик. Какой-то огрызок от рыбки. Да, вот. И еще есть вот такая бумажечка. Здесь вот циферки. Я расскажу, для чего они нам понадобятся чуть позже. Также здесь, смотрите, вот такие вот кирпичики. Нажимаем сюда, здесь еще. И вот за бокалами. И у нас вот такой вот миленький крампет. И у него здесь небольшой домик. А вот. Теперь берем эту бумажечку. И едем на второй этаж. Так, вот мы приехали. Идем вот сюда. Здесь мы отодвигаем вот эту картинку с зайчиком. И вводим вот эти циферки. 4, 6 и 2. Здесь у нас просто сервиз, но за тарелочкой есть вот такой вот фиолетовенький кристальчик. Отодвигаем вот эту тележечку, и здесь есть вот такая вот маленькая зеленая дверка. И за ней стоит вот такая мышка, здесь у нее есть клубничка и сыр. Ну а на сегодня все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Все ссылки на мои соцсети будут в описании. Пока-пока!